Полное описание и точная дата выхода третьей серии нового российского сериала «Анатомия сердца». Третья серия сериала будет выходить в эфире Первого канала 25 мая. Описание третьей серии. Марине сообщают, что ее дочь умерла. Едва оправившись после страшной трагедии, она едет вместе с Борисом в Москву поступать в институт. Воскресенского отстраняют от операций, но вскоре выясняется, что пациент умер не по его вине. В областной дом ребенка поступает новорожденная девочка с тяжелым пороком сердца. Ей дают имя Зоя. Напомним, третья серия сериала выйдет на Первом канале 25 мая. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.